У нас случился разрыв. Так, это я, наверное, оптимизациями тут занимался. И так. Это в скобочках у нас. Так. Значит, это у нас в скобочках плюс равняется ошибка. Мы дополняем ошибку. Так, здесь в ошибку, размер ошибки мы сделаем немножечко побольше, на 2 пикселя. Пускай даже на 3. Вот. Чтобы нам не проверять в цикле, выходим ли мы за границу этих ошибок или нет. При этом текущую ошибку мы могли бы сразу делить на 2. Потому что к этому нам не надо будет возвращаться. Ну как-то так! Слушайте, я не знаю! Че я вообще знаю? А, стоп. Мы с вами молодцы. Мы не записываем новое значение. Так, Errors. У нас массив ошибок. Так, а теперь у нас segmentation fault. Схерали у нас segmentation fault. А? Не, у нас segmentation fault, и он не уходит сам собой. Ладно. Да ебана. Думать мне сейчас GDB. Как-то не особенно. Думать это тупо. Ебаться тоже тупо. Так. Чё? Чё? Так. Чё? Так. Мы что-то сломали. Причём где-то мы так хорошо это сломали. А, вот где мы это сломали. Так. У нас-то здесь 32-битные значения. Это все сраная сишка, где нельзя вот по-человечески. Опа. О, да! Хотя это какой-то странный вариант Аткинсона у нас получился. Я бы сказал... Как-то очень все странно здесь работает. Он должен быть красивше. А не вот это вот говно. Нет, мы прибавляем ошибочки. Странно. Или наоборот, из value нужно. Погодите. Я не помню, как нужно считать.
Еще какая-то пердень случилась. Я этого не хотел. Мы такое не программировали. Мы такое не программировали. А вот сверху уже что-то такое похожее идет. Вы знаете, даже как-то получилось. Оно даже работает! Ура! Правда, как-то странно, но работает. Но работает же! Ура! Вот в таком виде это можно, наверное, вот использовать. Как вы считаете? Я бы, конечно, и дальше бы проутировал тут, но время... Вот. Время... Тем более, похоже, всем уже похуй. Нет, а в самом деле, что такое мы напрограммили? Вот этого не должно быть. Что это за поебень? И только потом медленно прорисовывается то, что надо. Как мы этого добились? Что это за астральные проекции, блядь, внизу? Ну а потом оно даже работает. Осталось прицепить сюда полупрозрачность, свои шрифты, ну и прочие мокрые письки. Вот. Но это, наверное, мы сделаем когда-нибудь потом. Возможно, чуть позже, чем никогда. Возможно. Вот. А на сегодня это как-то все. Массив с ошибками заполнить. Ну, давай заполним. Нет, что-то, знаете, вот вроде как начинал делать для души. А потом все как-то пошло по наклонной, я бы сказал, даже по пизде. Вот. И зумы не сумели по-человечески сделать. Вот, и вот это вот все. Так. Ну, не знаю. Ну, 32, допустим. Ура! Сразу запустилось! Не, ну, блядь, так быть не должно. Вот. Вот, знаете, вот придется мне теперь все то же самое делать с самого начала. Ну, потому что душа как-то вот не прет. А, кстати, по факту у нас получилась классическая плазма. У нас получилась классическая плазма по факту. Когда работаешь на публику, всегда такая фигня. Потом посидишь, пьешь чаек и пофиксишь все. Нет, понимаешь, вот, зачем вот этим я занимаюсь? Эфир не просто так был анонсирован, как дигитальное рисование. Вот, знаешь, иногда люди берут там карандашик, тетрадочку и начинают там рисовать, не знаю, Бэтмена. Нахуя? Деньги им, что ли, за это платят? Вот для души. Вот, а здесь, когда вот то не осилил, это не осилил, здесь компромисс, тут компромисс, ну, вроде работает, а где душа? Где место для души? Как-то душа этого уже как-то не приемлет. Более того, рядом с проектом образуются какие-то негативные эмоции.
То есть, ты смотришь, что это, блядь, ну что за говно я сделал? Да ну нахуй в пизду. Вот как-то так. Не, мы могли бы разделить матрицы на множители разложить, потом по столбикам матрицы перемножать. Может быть, и было бы лучше. Но хуй его знает. Вот, а вы хотите форточку с Wi-Fi и вот такими вот погодными эффектами, а? Вот такое вот у нас дигитальное рисование. Вот. Получилась обычная плазма. Даже стыдно как-то на сегодня. Это все. Спасибо за внимание. Жмите колокол, жмите подписку, дергайте пеструнчик, все такое. И помните, радио Анонимус мы доставляем!